Меня зовут Артём Ухарев, это Михаил Чушин. Сегодня я расскажу, как делать сальный триангл, а точнее ошибки основные, и, возможно, даже покажу комбинации сальных триангл. Самое основное, что нужно знать про треугольник в камере. Вот это моя предплечье, это основание треугольника. Да, мое предплечье это основание треугольника. Мое плечо, да, бицепс давит ему на артерию. И самое важное, мне нужно его плечом давить на его артерию. Для этого мне нужно поднять сначала его плечо и вдавить его в артерию. Вот таким образом. Не сюда, не сюда. Здесь ничего душиться не будет. Именно приподнять и вдавить. Только в таком случае будет работать. Если часто показывают такие варианты, когда возьми себя под бицепс, там положите руку на голову и тут вдавливаете. Ничего не получится. У него, как правило, немножко рука ниже, либо выше. То есть вы просто давите, 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 давите на шею, ничего не получается, он не душится. То есть первое, не надо стоять высоко, да, быть на ногах, и не надо держать голову высоко. Лучше всего положить голову вниз, да, вы можете держать руки таким образом, можете быть вообще без захвата. Да. Голову низко, таз низко, может быть колени на полу. И начинаю приподнимать вверх и поворачивать бок. То есть приподнял и вдавил. Да? Приподнял и повернулся. То есть своей ключицей давлю ему вот сюда, трицепс. Да, лег низко, таз низко, голова низко. Приподнялся и в бок. Бывает, отсюда он хочет убегать от меня. Да-да-да, вот такие вещи. Или защита, когда он берет себя под коленку. Да, тогда у него артерия освобождается, я его уже задушить не могу. Да, тогда мне нужно немножко поменять угол. Как я могу это сделать? Я могу подтянуть свой таз к его плечам и взять себя за куртку. Таз к плечам, да, чтобы он не лег обратно на спину. За куртку и залезть вот сюда, как будто Эзекиль. И тогда работает. Или вариант, если он уходит от меня, например, хочет бежать в черепаху, то же самое, да, я просто подтягиваю таз, хватаю здесь, меняю угол, да, как будто иду за спину. Да, вот такой захват. Вот такой захват. И вот эта уже рука становится основанием треугольника. Рука ложится под шею, предплечье начинает давить на артерию, и бицепс уже давит на его трицепс. Вот такой захват. Начинаю это все дело стягивать. Есть. То есть у меня захват довольно низко, просто чуть-чуть наверх. Очень рабочая вещь. Смотрите, в первом случае, в классическом, у меня треугольник будет раз, два, и как бы моя ключица. Да, вот здесь треугольник. Во втором случае треугольник будет здесь. Да, раз, два, и моя кисть. Let's go.